«Земляничное варенье». Слова и музыка Рафаэля Валитова. Исполнение Мария и Рафаэль Валитовы. Встречайте, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Почему вы не здороваетесь? Самые талантливые. Не надо, Андрюша, падать, береги себя. Самые талантливые прыгуны, самые талантливые слушатели, самые талантливые композиторы, ну и, наверное, самые талантливые исполнители. Я правда говорю? Вот мы сейчас проверим, да? Да. Давайте начнем с самого простого. Если мы беремся за песню, нам нужны хорошие стихи. А в хорошем стихе должна быть хорошая чистая рифма. Как у вас с рифмой? Палка-селедка, чисто? Да. Кто сказал да? А кому-то нравится? Нет. Так, палка... Ой, как скучно! Палка-галка! Тут уже все давно придумали до вас. Давайте что-нибудь авторское. Палка... Скакалка. Палка... Зажигалка. Вот. Вот это уже интересно. Продолжает палка. Ковырялка. Самим нравится. Как? Шпаргалка. Палка, шпаргалка. Так, вот интересная песня получится. Рафаэль, запиши. Палка, шпаргалка. Да, я уже запомнил. А селедка? Родители, молчите. Селедка? Лодка, водка. Лодка, хорошо. Селедка. Решетка. Так. Ой, какие песни родятся после этого семинара, фестиваля. Но я думаю, что с рифмой разобрались, но теперь нужно еще разобраться с нотами. Мы будем петь и как бы забывать слова. И вам нужно не только отгадать, но еще правильно спеть две ноты. Ну, спеть для них как? Наверное, самое простое, да? Давайте попробуем. Запомнили? Или нет? Ля-ля. Или даже так. Соль-фа. Слушай, талант вообще. Ну а теперь еще соль-фа, да еще и в рифму. Попробуем. Мы с Наташей, с Дашей, с Викой собирали земля. Потихоньку, понемножку, вот и полная луна. Очень вкусное варенье всем друзьям на ух. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Прилетали мухи, мошки, в каждой лапке по три. Приползали, и жуки приносили черпаки. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И пока мы песню пели, они все варенье. Мы взглянули, ого-го, не осталось ни ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хорошо поют, да? Только сидят как-то неровно. Тут много, тут мало. Мы обычно делим зал так пополам. Вообще очень трудно будет поделить. Да. Давай сделаем так. Как? Давай вот так поделим. Кто сидит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть рядов.
Пять хватит. Четыре. Ты хочешь, чтобы еда? Да. Нет. Давайте сделаем так. Так. Вот, вот эта половина поет со мной, и эта половина. Кто? А правильно? А со мной? Нет, неправильно. Давай вот так встань возле этого микрофона. Вот кто сидит справа от Рафаэля, да, от тебя справа, от них слева. Да, вот смотри, видите, человек пресса сидит на первом ряду с фотоаппаратом. Помашите всем рукой. Вот эта граница, повыше помашите, чтобы видно было. Вот эта граница. Все, кто сидят слева от прессы, те поют со мной. А все, кто сидят здесь, ближе к центру, те поют с Рафаэлем. Будем петь на два голоса, здорово. Учите слова. Запомнили? Так, внимание, вот эта половина поет эту мелодию. Ла-л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 а
Я знал одну старушку, которая в кулак поймала как-то мушку, и есть как жало так. Ты от меня получишь кусочек жахарку, коль ты меня научишь ходить по потолку, коль ты меня научишь ходить по потолку. И труда большого нет, поста старушка ушка, открой свой секрет. Учение шло отлично, короткий минус срок. Старушке безразлично, что пол, что потолок. Старушке безразлично, что пол, что потолок. Ла 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 ла. Когда и внучка Гау, как ужасно пристает, когда и внучка Гау покоя не дает, она от внучки Гауки спешит на потолок. И там сидит в качалке и вяжет свой чулок, и там сидит в качалке и вяжет свой чулок. La 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 la. Вы только что прослушали песню «Старушка на потолке», и это был дуэт Мария и Рафаэль Валидовы. Пожалуйста, не уходите со сцены, потому что вам вручается тоже благодарность от организаторов фестиваля. Пожалуйста, продолжайте творить, продолжайте работать.